На площадке бывшего депо поселка Бланаш обкатали своих железных коней и приняли участие в тренировке по мини-мотокроссу на питбайках любители скорости Артемовского городского округа и гости из Екатеринбурга. В рамках мероприятия состоялись заезды по трем классам: девушки и дети до 15 лет, класс М12 и М14. Благодаря своему малому весу и хорошей управляемости питбайк приобрел большую популярность среди нашей молодежи. Этот кроссовый мотоцикл приходится по душе тем, кто только начинает осваивать мир мото. В ходе тренировки, конечно же, суперкрутых трюков, всевозможные езды на заднем сидении, без рук, стоя и так далее, участники не продемонстрировали, но зато по-своему увлекали как соперников и соперниц, так и болельщиков. На старте, даже под защитным шлемом, в глазах участников и участниц читался азарт, предвкушение, гонки и искреннее наслаждение ревом мотора и извилистой трассой. Отметим, девушки, принимавшие участие в кроссе, продемонстрировали наряду с сильным полом завидные стойкости и упор в украшении стального, пусть не совсем грозного, но настоящего зверя. Даже падения с мотоцикла не становились поводом нахмурить брови, махнуть рукой и согласиться, что мотоциклы все же мужская стихия. Девчата с достоинством и своим особым шармом шли к призовым местам. Так, начнем с третьего места. Третье место. Иванова Галя. Второе место. Малыгин Данил. И первое место. Горбунова Мария! Артемовское ВДПО увлеченную молодежь активно поддерживает всегда. Вот и в тренировке по мини-мотокроссу на питбайках кубки и грамоты за призовые и победные места были предоставлены артемовским отделением. Церемонию награждения провели один из организаторов кросса Артем Свяжин и председатель Артемовского городского отделения ВДПО Эдуард Щупов. Так, в классе М14 третье место занял Коробов Александр, второе место – Михаил Боболев, первое место – Вадим Кашицын. В классе М12 на третьем месте все тот же Вадим Кашицын. Второе место занял Егор Беспамятных. И первое место досталось Артему Свяжину.